Еще об одном ЧП на границе Татарстана и Башкирии. В результате падения пострадал парапланерист. Информация об этом появилась накануне. Сообщалось, что в районе села Александровка Бавлинского района упал безмоторный параплан. На место выехали все экстренные службы. Как оказалось, мужчина не справился с управлением во время полета. И в итоге параплан повалился на землю. Пострадавшего отправили в больницу. Предварительный диагноз – травма позвоночника.